В пятницу в конце дня стало известно о том, что Конгресс Соединенных Штатов Америки проголосовал за то, что Белому дому запрещается снимать санкции с газопровода «Северный поток-2». Трудно сказать, насколько это была спланированная акция или Конгресс действительно сработал в пику Белому дому, чтобы лишить его любого пространства для маневров в этом направлении. Вполне возможно, что это изначально задуманный ход, который сработал в качестве предохранителя. Если если Германия сделает шаг влево или вправо от личных договоренностей Байдена и Меркель. Если из Госдепартамента или администрации Байдена не последует недовольных комментариев, то можно быть уверенным в том, что так оно и есть. Ну а если вернуться к самой эпопее с подводными газопроводами, которыми Путин все больше увлекается, то следует вспомнить аргументы, которые приводили россияне в пользу именно подводных трубопроводов. Но сначала надо себе представить, что такое газопровод Запровод, по определению, будет дороже подземного и уж тем более наземного. Это связано с тем, что труба будет находиться в более агрессивной среде и часто под большим внешним давлением. Это значит, что сама труба будет другой и более дорогой, а плюс к тому, более дорогой будет ее изоляция. Ну и подводное расположение трубы усложняет ее инспекцию, а если понадобится ремонт. То, что укладка трубы будет намного дороже, понятно само собой. Тем не менее, россияне бодро рассказывали о том, что такой тип строительства трубопроводов Исключает пересечение множества наземных коммуникаций, что упрощает работы. Кроме того, труба, находящаяся под водой, имеет меньшую нагрузку на экологию, и главное она несравнимо безопаснее от такой же трубы, но проложенной по суше, поскольку находится вдали от хозяйственной деятельности человека. Отсюда следует, что с такими трубами просто не случится никаких аварий, а раз так, то и нагрузка на экологию самого трубопровода будет стремиться к нулю. Эти же аргументы часто используют немецкие лоббисты российских трубопроводов, но на самом деле россиянам выгодны два других аспекта морских проектов, о которых они никогда не расскажут вслух. Первый очевиден. Прокладка трубы в нейтральных водах избавляет от согласований со странами-транзитерами. Правда, это не абсолютно, но поскольку труба не проходит именно по суверенной территории, то многие вопросы упрощаются. Будь у Кремля такие возможности, он бы протянул трубу через космос, а за неимением он их тянет по морю. Ну а второй, хоть и менее очевиден, но является основным. Дороговизна трубопровода, которая во вменяемых странах стала бы основным минусом, тут превращается в главный плюс, поскольку распил денег на мегастройки – это ее первопричина. Чем дороже стройка, тем больше денег можно отвалить налево, а на него можно купить целые отары лоббистов в Германии. Но вот в пятницу в Мексиканском заливе произошел взрыв и подводный пожар примерно такого газопровода. Причем там трубу тянули под водой вынужденно от подводного месторождения газа. И других вариантов для прокладки трубы просто не было. В общем, в 5.15 утра по местному времени в 150 метрах от морской платформы KUC Petroleus Mexicanos, известная как Pemex, произошла разгерметизация газопровода, взрыв и начался подводный пожар. Смотрите по ссылке под этим роликом. К месту аварии прибыли пожарные суда, а сам газопровод был перекрыт и в него перестал поступать газ. Через пять часов пожар удалось ликвидировать. Но все это произошло в Мексиканском заливе, где на дне вряд ли могут находиться опасные артефакты техногенного характера. На дне же Балтийского моря в неизвестных местах находятся захоронения боеприпасов химического оружия, оставшихся после Первой мировой войны. К чему может привести взрыв газопровода в таких условиях, никому не известно. Причем газпромовские газопроводы взрываются с завидной регулярностью на суше, и нет никаких причин полагать, что именно морские газопроводы Газпрома на такое не способны. В общем, немецкие борцы за экологию, за хорошее финансирование легко превращаются в борцов с экологией. Ничего нового, поскольку 20 долларов всегда 20 долларов.